Всем привет! Меня зовут Анна. Я продолжаю вязать жакетик. Он у меня, в принципе, почти довязан. Просто хочу показать свои вот продвижения. Завтра, сегодня я вряд ли успею, надо довязать. И завтра уже выйдет все по рукавам, по подрезам. Низ изделия все покажу. Рукава у меня уже полностью готовы. Связаны. Единственное, я не сшила их еще. Осталось только мне их сшить. Вот. И все, собственно. И вот довяжу низ еще. И жакетик будет готов. Вот так вот я тут булавочкой сколола, чтобы он у меня не сползал. Вот что у меня получается, и вот что у меня связано на данный момент. Вяжется быстро, легко. Размерчик тем более небольшой. Вот. Завтра я все объясню, покажу, сколько я набирала на подрезы, как я делала по длине рукава убавки. Вот, цепочки вот так вот мои смотрятся. В принципе, мне нравится. Вот хорошо, что стало не изнаночными рядами или чем-то, а вот именно такими цепочками. Смотрятся они как-то так вот хорошо вписались сюда. Ну вот, в общем, жакетик такой получается у меня.